действительно знаменательное событие не только для города Балаково, поступление первых 8 троллейбусов, которые мы произвели в городе Энгельсе, но это знаменательное юбилейное событие для нашей компании. Мы у себя на заводе в Энгельсе, когда этот завод перешел к нам в ПК транспортной системы, произвели 500-й троллейбус. И так получилось, по стечению обстоятельств, что этот 500-й как раз вошел в партию поставки по контракту город Балаково. И вот мы сегодня находимся в этом троллейбусе. Основная продукция у нас в компании – это трамваи. Мы отметили совсем недавно в Санкт-Петербурге 1000-й трамвай, а по троллейбусу 500-й пришел в город Балаково. И вообще будет особое отношение к этой партии, к тем троллейбусам, которые пришли именно в Балаково, потому что вы видели надпись: данные машины произведены в Саратовской области. Поэтому у нас, как у родителей, будет особое отношение к своим детям. Поэтому и к троллейбусу этому, и к этой партии, и к этому городу только особое отношение. Ну, по результатам тестового испытания данных машин, которые прошли по предполагаемым маршрутам, которые будут открываться с использованием автономного хода, где нет контактной сети, в принципе, глобальных, существенных замечаний нет. Есть замечания текущие, это по обрезке деревьев где-то для того, чтобы они в габаритах проходили эти машины. Есть небольшие доработки, которые потребуются по ремонтной базе. Мы прошли с руководителем предприятия, с главным инженером. Но это решаемые вопросы. И вот этот месяц, который глава дал до 1 сентября для того, чтобы в эксплуатацию данные машины взять, вполне позволяет по времени доработать эти и устранить эти замечания, которые были выявлены в результате тестового. Значит, полностью обогрев и все системы есть. Тот автономный ход, который мы даем не менее 20 километров, это при всех потреблениях. То есть, если вот вы сейчас видели, что летний период, когда включено все кондиционирование, в зимний период все системы отопления и функционирования, все потребители, которые есть на этой машине, они все предусмотрены, расчетные. Они, конечно, будут позволять и больше километров проходить, но мы даем гарантированно. Слушай, отопление как осуществляется? По типу бибаста, дизелем или... Нет, это не дизель, это чисто экологически, чисто от электричества, электрические печи. Здесь будет подзарядка идти от контактной сети. От контактной сети, ну, вам, наверное, говорили, и глава говорил, что маршруты, которые формируются здесь, они будут с учетом существующей контактной сети, по вот которой будут проходить данные машины, и будет динамическая подзарядка через штангу. Вот мы посмотрели по километражу, примерно автономного хода, значит, рассчитано около 8 километров автономного хода, а остальное идет по маршрутам, примерно 50 на 50. Если проходит 1 километр по динамической подзарядке, он на 1 километр и подзаряжается. Здесь автоматически, здесь не ручное отнятие, как раньше, наверное, видели на старых троллейбусах, водитель выходил, надо выйти. Здесь, да, автоматически работает из кабины, он не выходит водитель. Поэтому ветераны и водители, которые сегодня работают, они оценили удобство именно для водителя именно вот таких машин. Не напугало количество кнопок там, экранов? Напугало, да? Честно, напугало, вот честно. Я говорю, как в космос. Я зашла, я не знаю, куда глядеть. Я не справлюсь. Можно, я не справлюсь. Ну, все равно, наверное, все равно понятно. Думаю, дня за 2-3. Ну, да. Вы работаете сейчас? Нет. Вы ветеран? Я пришла, мне был 23-й год, ушла на 65-м году. 31 год работала водителем, наставником. Потом... Ну, может, самое время потом... вернуться? Нет, спасибо. Мне в сентябре 75, хватит. Я рада за наших... Вот, и за начальство, и за администрацию рада, что такие троллейбусы получили, и за водителей, и за сестрей, и за тех, кто их сделал, огромный вот респект и уважуха. Комфорт на себе, да, почувствовали электробус, посадка была довольно-таки полная, 8 троллейбусов у нас уже поступило, конкурс прошел, появились итоги. 4 троллейбуса поступят у нас в ближайшее время. Мы месяц будем производить обкатку. Обкатку, выявлять все дефекты, там, по каким-то недочетам, обучать водителей. Вот мы уже проехали, создали группу, комиссию, проехали на Лиазе и по всему маршруту. Есть недочеты по остановочным карманам, есть недочеты по полотну асфальтному. Вот, поэтому у нас в течение месяца мы должны это все устранить. И 1 сентября, так как у нас, наверное, дети идут в школу, и порадовать их и всех жителей Балакова, 1 сентября мы запустим транспорт уже в постоянном режиме.